Ну что ж, я в Дюссельдорфе, стою возле Министерства юстиции, так написано на этом здании, поскольку Дюссельдорф это столица нашей земли. Северная Рейн-Вестфалия. И вот тут, кстати, тоже памятник интересный, куда я иду посмотреть. Но это, скорее всего, наверное, бисмарк. Может быть, не то, что похоже за века. Здесь вот справа, еще правее, вот это кирхе. Это просто сказка. Я зашел вовнутрь. Это Йоханнескирхе называется. Современная очень постройка, я думаю, послевоенная. Вообще какая-то интересная. Ну это современная, новая, просто крутейшая. Тут, значит, стекло, бетон. Тут сверху можно сидеть. И вот самое, конечно, крутое это... Это орган. Здесь просто это мощнейшая штука. Вот интересно послушать звучание его. Это, конечно, мощно. Центр Дюссельдорфа, пешеходный зон. Это Кёнигс-аллея. Фундаментальные массивные здания. Один из таких монстров. Кауфхоф, Антакю. Понятно. Вот такие члены тут есть. Очередное какое-то событие. Не знаю, где приземлился, но там их отель какой-то. Брайден Бахерхоф. И тут народ сейчас стоит, чего-то кто-то ждет. И кого-то так терпеливо ждут. Кто-то должен высунуться. Кто понять? Будем ждать.
центр. Виски что-то маловато. Усохло. Вот такая тут инсталляция. Ну, это дом, в принципе, какой-то. Народ гуляет. Стоит тут, роликсы рассматривает. В тенечке подошел. Корабль. Какой-то шиф. Тут, наверное, недавно все обновляли. Особенно пешеходная тротуар. Близко тут. Что-то ой, прям какие розовые. Розовых. Ёпс, нехай. О, кстати, Миля. Наши коллеги. Да. Прикольно, круто. Хаустер университет. Вот это университет какой-то. Так. Площадь. Ваня. Памятник какому-то мужику. Памятник Шадов. ВФАУ Шадов. А вот кто вот это, надо будет посмотреть в интернете, кто это. Так, Свич, кстати, вот Свич. Интересная история. Надо зайти. Узнать. Тут, оказывается, все банально, чем не думал. Просто вот такой пятачок. Надо кто-то развлекается, поднимается. Вот, и еще раз. Эффект, конечно, производится. Народище, что называется. Суббота. Народ вытаскивает деньги из карманов.